Штребух. Здравствуйте, с вами Владислав Александрович, бизнесмен. Вы все чаще меня спрашиваете, Штребух, где обзор находок из помойки? Ну что ж, у меня их накопилось уже реально очень много, поэтому в этом видео мы их все осмотрим. И еще, в этом видео я разыгрываю среди своих подписчиков этот замечательный планшет. Он в отличном состоянии, работает. Условия конкурса чрезвычайно простые. Вам нужно зайти в мою группу ВКонтакте, ссылка в описании. Сделать репост закрепленной записи. И ровно через месяц в прямом эфире на моем канале мы разыграем этот прекрасный, замечательный и супер крутой планшет. Вот. Поэтому ставьте лайк этому видосу, подписывайтесь на мой канал. И пишите, как вам мои находки и вообще в целом, как у вас настроение. Будем там общаться в комментариях, потому что я каждый комментарий читаю. Погнали! Ребят, я из помойки натаскал столько находок, что их просто не уместить на этот стол. Усаживайтесь поудобнее, видос будет длинным и интересным. И если вы хотите купить что-то из моих находок, вы всегда можете зайти в мою группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Цены там ниже, чем на Авито. Два винтажных тостера. 1993 год выпуска. Состояние неплохое. Работают. Продам каждый по 100 рублей. Новый набор мыльного рыльного. 300 пакетиков чая принцесса Нури. Коробки абсолютно запечатанные. Хватит мне его, наверное, на целый год. Срок годности до 2021 года. Ребят, крутая находка для дома. Это утюг Alisseo. Сделано в Германии. Это умный утюг, он автоматически отключается, когда стоит в таком положении. Состояние хорошее, продам за 400 рублей в моей группе ВКонтакте. Электрочайник от фирмы Leiben. Работает отлично, продам за 200 рублей. Самый топовый телефон, который я находил в своей жизни. Это iPhone 5s. Казалось бы, кто он? Тот человек, кто выкинул iPhone. Неужели у него столько денег, чтобы вот так вот разбрасываться айфонами? Я очень сильно обрадовался, когда его нашел. Но радость моя, как обычно, оборвалась. Когда я попытался ввести пароль, но сенсор не заработал. Поэтому придется его продать на запчасти, так как он запаролен и не работает сенсор. Ребята, этой находкой я был просто поражен. Это жесткий диск Seagate на 4 терабайта. Представляете? 4 терабайта, офигеть! На вид он абсолютно новый. На Авито такой в отличном состоянии продают по 7-8 тысяч. Ну что, ребят, посмотрим, что с диском. Заходим в программу DiskInfo. Вот он, этот жесткий диск, тревога. Число включений всего лишь 42 раза. Это очень мало. Вот, к примеру, в сравнение мой второй основной жесткий диск. Вот какое у него время включения, 4140 раз. А у этого диска всего лишь 42 раза. Но тут уже видны проблемы. Нестабильные сектора, неисправимые ошибки секторов, переназначенные сектора. Ну, в общем, придется продавать. Жалко, конечно, хотел себе оставить. 62 лысых платы. Первый раз в жизни нахожу такую уникальную находку. Лысые в том плане, что на них не установлено никаких конденсаторов. Я так подумал, их можно использовать как элемент декора. То есть ими можно обклеить любую поверхность, и это будет смотреться в стиле киберпанка. Продам все эти 62 штуки в моей группе ВКонтакте за 500 рублей. Wi-Fi роутер. Производитель Zuhel, модель Kinetic Start. Скорость передачи данных 150 мегабит на секунду. Работает отлично. В комплекте был блок питания на 12 вольт. В комплект положу патчкорд, потому что у меня их много. Продам за 300 рублей на Авито. Два рабочих блендера. Жалко, что из насадок есть только вот эти. Первый это Redmond, продам за 500 рублей. Второй Zelmer, также продам за 500 рублей. Работают превосходно. Нужные в хозяйстве находки для дома. Скоба, целое ведро дюпелей шестых, также ведро саморезов, влагозащищенная розетка, шлифовальная бумага и распаечная коробка. Рабочая настольная лампа, но, к сожалению, нет подставки. Попробую продать за 100 рублей. Огромный мяч для фитнеса от фирмы Torneo, размер 75 сантиметров. Мини-тренажер для девушек от фирмы Avon. Продам за 100 рублей. Новая гарнитура для компьютера от фирмы Sven. Состояние идеальное,
Заходите поскорее в мою группу ВКонтакте, продам их там за 200 рублей. Рабочие настенные часы от фирмы Vega. Состояние отличное, продам за 100 рублей. Блок питания для ноутбука. Провод целый, 19 вольт, 4,7 ампера. Продам за 300 рублей. Маршрутизатор TP-Link. Работает отлично, в комплекте блок питания. Продам его за 150 рублей. Новые формы для суши. Продам за 100 рублей. Настольная лампа Лупа с подсветкой. Питается от батареек. Отлично подойдет для того, чтобы что-то паять, или читать, или делать маникюр. Продам за 300 рублей. Рабочий Wi-Fi роутер. Скорость 300 мегабит на секунду. Отломана антенна, но в принципе провод внутри целый. То есть это на работу не повлияет. Продам этот Wi-Fi роутер за 300 рублей. Сундук для украшений. Состояние отличное. Внутри, как видите, всякое барахло. Бижутерия, которая никому не нужная. Это отдел для колец, отдел для цепочек и здесь большой отдел. Продам сундук за 200 рублей. Новый шейкер для фитнеса, а внутри лесные орехи. Дом для семейных фотографий, новый. Есть крепление, которым можно его повесить куда угодно. Продам за 200 рублей. Есть небольшой дефект, скол краски, но его почти незаметно. Две лампы для маникюра. Работают отлично. У этой лампы нет одной лампы. Продам за 150 рублей, а эту лампу продам за 200. Шлейка для собаки от фирмы Flexi. Сделана в Германии. Продам за 300 рублей. Настольные часы с подсветкой. У них есть даже проекция, но ее не видно. Работают от батареек и от блока питания. Продам эти часы за 200 рублей в моей группе ВКонтакте. Старый мануальный объектив от фирмы Гелиус, модель 44 с диафрагмой f2. В принципе, состояние нормальное, все линзы целые, пыли внутри нет. Но видно, что объектив падал, вот здесь вот была небольшая вмятина, я ее выровнял плоскогубцами. Продам этот объектив за 400 рублей. Этот объектив подойдет к любой современной камере через переходник. Процессор для компьютера. Модель Intel Core i5 650 на 3,2 ГГц. Кэш 4 МБ. Продам этот процессор рублей за 700. Игровые наушники Razer. Модель Ryzen Cracker Pro. Состояние у них, конечно, плохое. Видно, года их потрепали. Но, тем не менее, они работают. Поэтому продам их за 500 рублей в моей группе ВКонтакте. Насобиралось очень много всякой мелкой техники. Давайте ее осмотрим. Это новые датчики движения. Один в коробке, второй без коробки. Продам их за 300 рублей. Часы подделка MIAI Mi Band. Флешка Kingston на 16 гигабайт. Работает. Часы Switch оригинальные, женские. На Авито такие продают по 1500 рублей. А я продам в своей группе за 600. Bluetooth гарнитура, но не работает. 4 вейпа, один с баком, там внутри нужно поменять картридж, рабочий. И видите, жижа потемнела, это из-за того, что картридж там сгоревший и воняет сейчас паленой ватой. Еще один вейп, но без бака, также рабочий. И еще вейп, что-то там бурлит, работает. И еще один вейп мелкий, о, работает, тоже там шипит слегка. Эти вейпы никто не купит. Но может быть вот этот еще кто-то купит, но там нужно менять картридж. Но все равно это расходник, поэтому ничего страшного, поменяют. Рабочий паяльник. Ушатанный в хламину телефон Теле2. Продам на запчасти за рублей 400. Еще один телефон HTC. У него проблема, разбит экран и нет батареи в комплекте. Продам на запчасти. Рабочий калькулятор. Выглядит он, конечно же, круто. Продам рублей за 100. Рабочий телефон Samsung. На дисплее есть небольшая трещина, но она не влияет на работу. В принципе, телефон неплохой. Кстати, вот модель Samsung Galaxy Ace 2 GT18160. Но, конечно, модель уже устаревшая. Вот такой неплохой телефон. Камера работает, Wi-Fi работает. Продам его рублей за 800 в моей группе ВКонтакте. Еще один Samsung. И у него разбита матрица. Вообще ничего не видно. Оригинальная батарея в комплекте. Продам его на запчасти рублей за 500. Самый крутой телефон среди всего этого дерьма. Это телефон Meizu. К сожалению, у него разбита матрица.
Модель со сканером отпечатка пальца, которая вот встроена в кнопку. Стоит такой на Авито 4000 рублей, поэтому я думаю все это барахло продать и восстановить этот телефон. И буду им пользоваться, ну или продам за 4000. Кстати, модель этого телефона Meizu M3S. Видите, в этой части экрана, в принципе, хоть что-то, но видно. Powerbank Samsung. Такой новый стоит 2000 рублей. Абсолютно работает. Состояние, приближенное к новому. Два USB выхода по 2 ампера. Powerbank оригинальный, Ростест, на 10 тысяч мАч. В принципе, могу продать за 1000 или оставить себе. Еще один рабочий Powerbank. Производитель Black Fox, 13 тысяч мАч, работает превосходно. Рабочая Bluetooth колонка от фирмы Defender. Работает, но у нее есть проблемы. А проблема заключается в том, что когда делаешь музыку погромче, она выключается. Видимо, ей не хватает мощности. Еще один Powerbank на 5200 мАч. Такой очень маленький, компактный. Здесь на экране показывают, на сколько процентов он заряжен. Попробую продать рублей за 200. А вот этот Powerbank не работает. Пробовал его заряжать и разбирал. Не знаю, что с ним. Зато у меня есть 3 рабочих, ничего страшного. Оперативная память. DDR2 на 1 гигабайт, продам за 200 рублей. DDR3 на 2 гигабайта, 2 планки, продам за 300 рублей. DDR3 на 2 гигабайта, 1 планка, продам за 400 рублей. Игровая оперативная память Corsair на 8 гигабайт. Работает отлично, цена и на Авито 2000 рублей, а я продам в своей группе ВКонтакте за 1500, специально для подписчиков. Ребят, все эти телефоны не работают. Многие из них без батареи, у некоторых даже выломано гнездо под зарядку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что мне делать с этими телефонами. MP3 плеер от фирмы Apacher. Прикольный такой, маленький, работает отлично, продам за 200 рублей. Еще один MP3 плеер от фирмы iRiver. Работает, но у него проблема. Во-первых, репят динамики. Ну а во-вторых, когда включаешь наушники сюда, звук отходит. Поэтому продам на запчасти за 100 рублей. Это и не только, я насобирал всего лишь за месяц. Я думаю, мой труд заслуживает лайка. Весы для младенцев от фирмы Chico. Полностью рабочие. Весы взвешивают вес до 13 кг. Стоят такие весы на Авито от 1500 до 2000, ну а я продам за 1300. Разбитый в хламину планшет. Я не знаю, что с ним делали. Плата на месте, но разъема под зарядку нет. Попытаюсь продать его на запчасти. Устройство громкой связи для автомобиля. Нет номеров в телефонной книге. Режим одновременной работы двух телефонов включен. Состояние вообще нового устройства. Эта вещь предназначена для того, чтобы цеплять на козырек автомобиля, и когда ты едешь, удобно разговаривать по телефону, по громкой связи. Продам за 1000 рублей на Авито. Или для своих подписчиков сделаю скидку и продам за 800 рублей. Модель Parrot MiniKit Plus. Короче, если у вас есть батя и у него есть тачка, то вы можете смело у меня эту штуку купить. Это будет неплохим подарком для него. Нашел мобиль на детскую кроватку. Музыкальный. Бренд Tiny Love. Ну, думаю, объяснять не нужно, для чего он нужен. Смотрите, есть Моцарт. Бах. И натуральная музыка. Миленько у меня здесь. Короче, продам эту штуку за 600 рублей. Аэрогриль от фирмы Redmond. Нет в комплекте чаши. Продам без чаши за 400 рублей. Работает превосходно. Можно использовать как обычную крышку для кастрюли. Накрываешь им что-то, и то, что будет в кастрюле, будет готовиться. Лампа на прищепке. Была выкинута даже с лампочкой. Здесь регулировка накала. Она может совсем тускло гореть, а может ярко. В общем, эта вся тема настраивается. Продам за 200 рублей. Был найден в коробке зажим для галстука. В отличном состоянии.
4 DVD-привода для компьютера. 2 боксовых охлаждения для компьютера. Был найден в своей коробке электронный кальян от фирмы Starbus, модель E-Jose. У него есть проблема, скорее всего, им пару раз попользовались и потом он долго лежал. Батарея в глубоком разряде, поэтому он работает только когда его поставишь на зарядку. Когда делаешь затяжку, он включается, но ничего не происходит. Скорее всего, не хватает мощности, поэтому его надо как-то там разбирать, возможно, перепаивать батарею, и тогда все заработает. Продам его за 500 рублей. В одной помойке нашел сразу 3 системных блока. Характеристики этого компа будут на экране. Конечно, мне пришлось их где-то подкручивать, пересобирать, устанавливать жесткие диски, потому что все эти 3 компа были без жестких дисков. Вот внутренности этого компа. Полностью компик я обслужил, установил Windows, почистил от пыли, поменял термопасту. Комп полностью готов к работе. Продам его 1000 за 2. А вот этот системный блок просто самый лучший. У него отличный корпус, быстросъемная крышка на клипсах. Характеристики этого компа увидите на экране. Продам этот комп 1000 за 5. Ну потому что он стоит этих денег. На самом деле компик топовый. У него встроенная графика, я смотрел видео в 4К. Это показатель того, что там хороший процессор стоит. Ссылка в описании. Поехали дальше, у нас еще один компик. У этого компа такой же корпус, как и у этого. К сожалению, здесь нет встроенной графики в материнскую плату. А видеокарта, которую я нашел отдельно, не работает. Компик старый, офисный. 1 гигабайт оперативной памяти. 80 гигабайт жесткий диск. Pentium 4 процессор. Блок питания на 450 ватт. Перейдем к коробке мелких находок. Чаша для кальяна. Звездочка подсветка. Рамка для фотографий, шланги для сместителя, новые детские перчатки Angry Birds, USB удлинители, отвертки для телефона, пишущие маркера, кулер, растворитель, массажер для головы, USB подсветка языки, очки, еще одни очки, новые носки, пригодятся. 2 бокса, и в одном из отсеков лежит флешка microSD на 8 гигабайт. Вот такой вот странный микрофон для компьютера или я не знаю для чего. Новый USB кабель, чехол от наушников Sennheiser, новые желтые шнурки, бутылочка для алкашки, отвертка, китайский пауэрбанк на солнечной батарее. Спикер для материнской платы, зарядка для аккумулятора, блок питания, универсальный блок питания, тройник, еще одна зарядка для аккумулятора, пожарные датчики рубеж, крышечки для объективов Nikon, открывашка для пива Игермастер, мощные бусы, женские часы с поломанным ремешком, новая зубная паста, скрытая под кулон флешка, был найден комод. Раньше у меня здесь стоял такой поменьше, коричневый. Я его также нашел на помойке. Недавно продал за 1300 рублей. Почему я решил оставить этот? Потому что этот побольше, повместительней и он покачественней. Ну а если буду продавать, продам за 1500 рублей. 3 пары обуви. Первая пара — это кожаные ботинки от фирмы Amatti. Носить можно. Зимние, теплые, размер 42. Продам их рублей за 400, за 500. Кроссовки Nike. Оригинальные. Материал у них такой прикольный. Они тянутся. Размер 44. Есть небольшой косяк. У левого кроссовка пробита подушечка. Ну, в принципе, ничего страшного. Ходить и так можно. Продам эти кроссы рублей за 400 или оставлю себе. Буду в них бегать. Одни из самых крутых кроссовок, которые я когда-либо находил. Это кроссовки от бренда Philip Plein. Новая сумка для ноутбука. Кенгуру от фирмы Iglesina. Название, конечно, не очень. Но это качественная фирма. Оригинальный рюкзак Nike Max Air. Очень вместительный. Здесь подушечки с воздухом. В этом кармане нужно поменять молнию. Продам этот рюкзак рублей за 600 или починю и буду сам им пользоваться. Замена молнии, думаю, стоит рублей 500. Еще одно кенгуру. Рюкзак-сумка. 2 в 1. Паленая сумка Louis Vuitton. Барсетка Supreme. В принципе, качество нормальное. Молнии целые. Продам рублей за 200. Женский пуховик из Pull&Bear. Размер M.
состояние хорошее. Женские штаны Hugo Boss. Оригинальные. Пуховик Adidas. Оригинальный. В нем нет почти никаких проблем. Кроме вот этого места. Вот здесь нужно слегка зашить. Но тем не менее, я уже нашел покупателя. И завтра повезу я этот пуховик на почту. И отправлю в другой город за 800 рублей. Ребят, я уже устал вам эти находки показывать. Вот реально за месяц находок собралось очень много. Поэтому пора подвести итоги. Перемещаемся к списку. Ну а список не маленький. Чайник. Машинка на пульте управления. ТВ-приставка, утюг, куртка, весы, мясорубка, монеты, пуховик Хелли Хансен, модем, монитор, лампа для маникюра, телефон Nokia, чайник, штангель-циркуль, блок питания для ноутбука, iPhone 5S, Wi-Fi роутер, синтезатор Yamaha, и 62 шапки Деда Мороза. За месяц поиска находок на помойках мне удалось заработать 18 550 рублей. Это, конечно, очень мало для Санкт-Петербурга. Знаете, что в своей группе ВКонтакте я продаю все очень дешево. Поэтому заходите, ссылка в описании, ну и помогайте мне как-то крутиться в этом мире. Ставьте этому видосу лайк, подписывайтесь, не забывайте про розыгрыш. Вам нужно зайти в мой магазин, сделать репост записи, и через месяц мы разыграем планшет. Всем пока, до скорой встречи на моем канале. И спасибо за просмотр. Манга, манга, рождён.